Ну, нашествие какое собак. Три собаки большие, тех отравили, а теперь новые собаки ходят. Там мои друзья были собаки. Вот они. Под ворота залезли, там все закрыто. Видишь, какие хорошенькие. Мне запретили кормить собак. Под ворота глядят. Сегодня у нас 13 декабря 2018 года. А я еще забеспокоился. Это снять. А маленький, вот он сидит, и вдруг он забеспокоился. Забеспокоился и в окно стал смотреть. А они далеко, их нету совсем никак. Он как будто смерть их чувствует. Вот так. Не могут найти выхода. Хода. Все, ушли. А этот лежит рядом. И далеко до окна, от окна, вот от меня до этого. И вот забеспокоился. Я гляжу, как будто кто в окно смотрит. Вот. Как он мог это узнать? Ничего не знаю. И сейчас вот сколько они есть здесь, он в ту сторону так повернутый лежит. Не может быть, чтобы он их чувствовал так далеко. Да главное, как-то испуганно так стал смотреть. А там ничего нету, шторки просто вот они висят. Вот так. Видно, что нос уже появляется. Эх, маленько не мог, большоватые. Закрыты. Хорошие собачки. Но этот поменьше может пролезти. А зачем, непонятно. Бегут через соседний двор, туда. И там через ограду должны перелезти. Там могут запрыгнуть. Вот тот почти пролез. Вот тоже интересно смотреть, как все не получилось. А тогда была поменьше собачка-то, она находила. Вот так. Вот они забежали. Ну, все, тут они сейчас. Увидел под этим. Мигнули. Перескочили там. А одна осталась. Ну, теперь ему очень охота пролезти. Ну, почти пролез. Готово дело. Все. Вот они пробегают мимо нас. Пробежал. Вот он несется. Вот все, сейчас они тут найдут что-то. Ну-ка я пойду посмотрю, где их видать. Не видать где-то. Ну, может быть, через забор перескочили, ушли. Собаки беспривязные, они намного умнее, где как спастись, через дорогу перейти. Вот так. Вот он. Вот они где бегают. Я знал, что они будут тут. Там выливает помои, наверное, или что-то поесть надо. Они себе всегда найдут. Вот лает, видно, хвостом машет из стороны в сторону стоит. Это лает. Ну, видно, присадку идет.
Вот я в другую комнату зайду, где они тут, не видать-то вот что. Обратно, видимо, вылезли. Вон они на той стороне вылазят. Две уже там. Вот они. О-о-о. Он пробежал мимо нашей двери. Как они убегают, а ждут, когда остальные подойдут. Сила подтягивается. Вот тут они, видать, даже вот он стоит. Напротив входа в храм. Вот он. Кошек гоняет или что. Прямо около дверей наших бегает. Пошел на улицу. Интересно. Так. Больше окошко у Надежды Васильевны вышло черное. И задавили сразу под окном прямо. Еще трое. Тут большой кот. Да аж асфальт вырыли. Здоровый кот чей-то был. Вот здесь прямо около дверей выхода на улицу. Тоже задушили. Разбойники. Тот убежал один, так с той стороны должен появиться. Сейчас я его перехвачу. О! Дверь-то открыла. Сейчас они должны тут появиться. Надежда Васильевна, вот она подошла. Вот. Собаки. Отсюда вылазит. Отсюда не может что-то выйти. О. Прямо бьется. Вот все, вылезло. Вот Надежда Васильевна вышла, а то они к ней там побежали. Ну все, она может дать что-то им. Еще раз подойду. Вот они. Вот они. Вот пошел, крадется к матери. Вот. Я когда был в Уссурийском крае, ехали. Собака у нас всегда с обратной стороны. Машина там где-то недалеко привязана была, а тут нет. Я держала только у себя там, внутри машины. Тигры. А тигр задушит ее сразу. 330 килограмм веса бывает, а собака 30. В 11 раз все больше. А почему он так не любит собак? Говорит, мстит за меньших братьев. Вот они кошек здесь терзают. А кошка ближе-то к тигру. Вот такое дело. Нигде больше проехали мы всю Европу, везде, нигде собаку. Я так не боялся за нее, ураган был. А тут хоть 100 собак, они его задавят. Он только лапой ударит и хребет переломит.
Вот, вот под лестницей сидит одна. Все. О, Надежда Васильевна тут что-то будет рассказывать, как собак видела. Но они не трогают никого. Все на этом. Собаки. Вот они где. Вот они подходят с этой стороны. Их штук 5 такие, да все большие. Вот они у меня вплотную подошли, собачки. Ой, какие хорошенькие. Но собачки мои побежали, вот они где. Где они тут пошли? Ну, пойдем скорее, пойдем, я открою вам. Ну-ка. Вот он где пошел, на ту сторону. Пойдем. Ко мне. Пойдем скорее. Ну, хорошая собачка такая. Что такое, а? Испугались? Ну, хорошая собачка. Да они вот где подходят под низом. Ой, хорошие какие. Ну-ка, давай. Давай, вот они где. Собачки мои. Ну, давай, скорее. Иди сюда, иди, иди. Иди скорее. Ну, какие ушастики. Тех-то нету, убили их всех. Ну, хорошие собачки. Да большие такие. Вот 3 собаки стоят. 3, вот они все. Ты, я решил проведать их тут, выйти, что за собаки. Кормить надо, но они сытые, не голодные. Вот так. Собачки. Вот у меня голуби наверху, снег, а они едят снег. Вот они какие белые, почти не выделяются. Вот тут снежинки у меня все это. Вот он и нащупал я их. Все. Вот тут у нас эта елка, береза, красота такая, это вишня большая, вот эта калина, даже еще ягодки маленечко кое-где есть красненькие, тоже большой куст калины, вот так снежок идет, ну, что тут сказать, тут у нас надписи есть. Как везде такие надписи есть и в храме, на улице. Неожиданностью не может быть.